Рад приветствовать вас, уважаемые коллеги. Мне выпала честь поздравить вас от лица моего подразделения гражданских друзей. 1 августа 1927 года является днем основания вооруженных сил Китайской Народной Республики. За этой датой стоит насыщенная интересными событиями история. Хотелось бы подчеркнуть, что вооруженные силы в упорных сражениях доблестно отстояли независимость своего государства и свободу китайского народа. В этот день примите наши искренние поздравления с 95-летней годовщиной со дня основания Народной освободительной армии Китая. Я считаю, что нет более мужественной и отважной профессии, чем служение своему государству и народу в рядах вооруженных сил. Благодаря вам, сынам своей страны, тем, кто всегда готов встать на защиту ее интересов, благодаря вашему каждодневному и самоотверженному труду, любой гражданин Китайской Народной Республики может наслаждаться самым ценным, что есть в этой жизни. Это мир, спокойствие и стабильность. Вы посвятили себя неустанному и доблестному служению своей Родине. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности. В этот знаменательный день желаю вам силы духа, несгибаемой воли, крепкого семейного тыла, богатырского здоровья, мужества, высоких достижений в нелегком труде, на благо Отечества. Удачи и мирного неба!